Какое наслаждение! Вы сидите, собака в воде. Практически ничего, я говорила уже, Тиграну делать не надо. Чеддер говорит, вот это урок, вот это да. К себе. Чеддера похвалить. Я же говорю, Тигран, ничего делать не надо, просто скажите, чтобы он лежал в воде, все. Работа в водной среде, учитывая, какая у нас голубая планета, очень даже полезна. А с учетом последнего сильного ливня в Москве, это даже необходимо. Игнорирование постороннего человека для ваших пород очень важный навык. Голдены прекрасно не лезут к посторонним, прям хорошо. Позыв к себе. Оценивайте выполнение команды туда и обратно. Оно должно быть на одной скорости. Это самое правильное выполнение. Хорошо. Ты помнишь вот ту утку в Карелии? Я ни при чем. Даже не знаю, куда она делась. Хорошо. Нельзя игрушку обойти. Нельзя. Это какая игрушка? Это же утка. Ты что, она вырастет, будет много мяса по-пекински. Может быть. А свежо, да, у нас все-таки на площадке? Как-то вот прям... Да, давайте шанс дадим. Итак, вода, барьер, вода, вы, прошу. Барьер. Давай, барьер. Давай, барьер. Давай, барьер. Стоим и символизируем. А задние ноги собакой считаются у вас? Ну, не знаю, что это. Это немножко, да, это на подумать. Усел. Обойди конус. Нет, не надо. Шервуд хорошо. Чеддер конус. Чеддер. Обойди конус. Обойди. Нет. Обойди. Так, немножечко позже. Арчик себе. Чеддер к себе. Здравствуйте. Не урок, а наслаждение. Вы сидите, собака в воде. Практически ничего, я говорила уже, Тиграну делать не надо. В сборе группа наша, в воду команда стоять. У каждого своя угловая зона. В водной глади, давайте, зашли. Шервуд отлично, да, тише, тише, да, Арчи, хорошо. Рэмбо, да. Голден, так вообще созданы для такого урока. Арчи говорит, что я делаю на этом уроке? И все понятно с Голденами, что я тут делаю, да? Шерва тоже, да, тоже не очень в восторге. Хорошо. Так, Арчи, пробуем, все остальные команды сидеть. Сидеть. Хорошо, Шервуда вижу. Лежать, пожалуйста, кто сидит. Чеддер, лежать, Чеддер, лежать. Шервуд, отлично, к себе, выходим из воды. Чеддер говорит, вот это урок, вот это да. К себе. Чеддера похвалить. Я же говорю, Тигран, ничего делать не надо, просто скажите, чтобы он лежал в воде, все. Да. Сидеть и лежать. Так, пока Чеддер, Шервуд свободно, да, мы тут дорабатываем. Обход общего конуса с правой руки, с правой общего, прошу. Парой работаем. Сидеть. 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 Давай, давай сидеть. Обойди справа. Нет. Рэмбо, сядь. Рэмбо, сядь. Сидеть. Давай, давай сидеть. Спасибо, что не встаете. Это очень важно. Спасибо из сидячего положения. Вот молодец. Давай, давай. Обойди. Обойди. Сидеть. Нет. Сидеть. 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 Да, молодец. Молодец. Стоп. Ты это вряд ли у тебя получится. Да. Здесь мелко, слава богу. Обойди справа. Обойди справа. Обойди справа. Обойди. Рэмбо, обойди справа. Очень плохо. Сидеть. Рэмбо, обойди справа. Обойди. Ну-ка, нет, Рэмбо.
Свой конус, Шервуд, свой голубенький. Да, чеддера видела. Пауза, ждем. Обойди справа. Давай, давай, обойди справа. Темба. Обойди справа. Обойди справа. Да. Хорошо. Выходим из воды. Всем на тумбочку, пожалуйста. На тумбу, да, присядьте. Угу. Хорошо. Не встаем. По возможности постарайтесь удержаться. Арчи и Рэмбо обходят этот конус с правой руки. Шервуд и Чеддер обходят тот конус с левой руки. Пожалуйста. Рэмбо, обойди справа. Нет. Справа обойди. Справа обойди. Обойди справа. И не кричите, пожалуйста, тихонечко. Еще вода тут плещется и плохо слышно. Обойди справа. Давай. Справа обойди. Справа. Да, молодец. Хорошо, Рэмбо есть. Сейчас Шервуда чуть-чуть подержите, пусть он успокоится, да. Да, Арчи есть, Чеддера ждем. Привстаньте, пожалуйста, сделайте, да, чуть-чуть харизматичности побольше придется добавить. Нет, обойди слева. При обходе это тоже сложно, поскольку все равно картинка со спины у вас идет. Да. Да, давай, спасибо. Сюда. Да, хорошо. Хорошо. Полуобход конуса. С любой стороны, ближний к вам конус, работаем парами. Здесь пара, там пара. Стоим. Стоим у конуса, пожалуйста. Хорошо. Обойди. Обойди. Арчи, хорошо. Стоп. Замечательно. Видела Арчи, Рэмбо. Вижу Чеддера. Стоп. Куда ты пошел? Вернись обратно. Вот обратно. Вернись. Нельзя. Шервуд просто его прогоняет. Он интересующийся у нас, веселый. Поэтому, да, не разрешать, но... К себе подзыв. Все, полетели. Хватит, хватит. Все, полетели. Хорошо, хорошо. Так. Можно Рэмбо попросить из воды? Угу. Благодарю вас. Хорошо. Сейчас они немножечко обтекут позицию у ноги. Можно стоять, можно сидеть. Обтекут и немножко пробегутся. Давайте с Шервуда начнем. Обход акватории с любой стороны. Все остальные сидеть. Пожалуйста, только Шервуд работает. И немножечко повеселее, побыстрее, я имею в виду. Не с улыбкой, а в смысле побыстрее. Да, чуть-чуть. Дальше. Говорит, я этому хотела навалять, он, наверное, обиделся. Может, не стоит туда идти пока. Вот тут безопаснее намного. Говорит, так бы сразу и сказала. И вот девушку обойду вместе с собачкой, да. Так тоже можно, хотя лучше, конечно, по акватории. В смысле, по краюшку. Арчи, пожалуйста, работаем. Арчи. Арчи. Не туда пошел. Арчи. Нет. Арчи, ну обойди все, быстрее. Быстрее до конца обойди. Нет, дальше обойди. Арчи, дальше нельзя обойти. Да? Арчи, быстро иди дальше. Иди сюда. Рэмбо, пожалуйста. Это очень. Рэмбо, что ж такое? Обойди. Обойди. Да. Нет, нет, дальше. Воду нельзя. Только по суше, пожалуйста, объясните. Только по суше. Обойди все. Обойди. Слева обойди. Нет. Давай, давай. Нет, обходи все. Слева обойди. Давай, перейди. Обойди слева. Обойди. Обойди. Так, Чеддер попробуем. Чеддер. Ухо. Чеддер. Отстегните, пожалуйста. Он не потянет по поводке. Точнее, потянет, но может нам пустить. Обойди. Обойди. Нет. Нет, Чеддер. Я нашел ее. И еще что-то нашел. Чеддер, обойди. Обойди давай.
Нельзя. Нет. Обойди. Вот туда, вот туда. Обойди. Давай красиво, нет, давай. Чего? И попью обойди. Еще. Сюда. Нельзя. Обойди. Давай. Сюда. Чеддер. Эта девушка нельзя. Очень добрая. Нельзя. А я как раз не ел месяц. Чеддер нет. А может даже два. Так, с собачками переходим на следующую тумбу, чтобы было все сбалансировано, справедливо. Пожалуйста, на следующую, пожалуйста. Перестаньте, пересядьте на следующую, да. Хорошо. Так, обход. Угу. Обход конуса, возврат к себе. Делаем вместе. У каждого свой конус. Сторона любая. Пожалуйста. Обойди конус. Рэмбо, Шервуд, отлично. Зашли в воду, обошли, вышли из воды, пожалуйста. Работа в водной среде, учитывая, какая у нас голубая планета, очень даже полезна. А с учетом последнего сильного ливня в Москве, это даже необходимо. Так, Чеддер. Чеддер, обойди конус. Да, обойди. Ну, я не знаю. Так, смена направления, обход с другой стороны. Пожалуйста, вместе. Чеддер. Обойди справа. Слева обойди. Слева. Давай, давай, обойди. Обойди. Идем обход. Тише, тише, тише. Плохо. Шервуд, хорошо. Плохо. Арчи, пожалуйста. Рэмбо. Обойди слева. Голдены. Да, Рэмбо. Хорошо. Сейчас Арчи. Чеддер, да. Говорит, это еще хорошо, что тут мелко. Было бы глубоко. Сейчас бы пришлось плыть. Полуобход конуса на дальней точке. Стоп, пожалуйста, и сидеть. Давайте. Получится, что внутри акватории команда сидеть будет выполнена. Да, стоп. Шервуд, есть контакт. Замечательно. Рэмбо, есть контакт. Похвалите, пожалуйста, да. Очень сложно сесть в воде, с непривычки особенно. К себе Шервуд и Рэмбо. Арчи, стоять, да, нормально. К себе, пожалуйста. Чеддер, выполнено, к себе. Да, хорошо. Перейдите, пожалуйста, на следующую табуреточку по часовой стрелке. Перейдите. Хорошо. Нельзя. Да. Обход конуса с любой стороны, возврат к себе. Обход конуса. Нельзя мяч. Чеддер, обойди. Рэмбо чисто. Шервуд. Опа. Чеддер, обойди конус. Нельзя игрушки. Конус обойди. Обойди конус. Нельзя игрушки, Чеддер. Нет. Может, это мясо даже. Нельзя. Представляешь? Чеддер, сколько мяса прилетело к нам. Обойди, обойди сюда. Нельзя. Утка с рисом. В смысле, сюда. Просто утка без риса сейчас. Да. Так, хорошо. Еще разочек заходим в воду в своей угловой зоне. Собачку команда стоять. Просим. Воду. Давай стоп. Воду. Стоп. Воду. Я сказала нет. Воду. Да ну не будет. Стоять. Давай воду. Давай воду. Стоять. Стоять. Стоп. Хорошо. Стоять. Вот молодец. Стоять. Хорошо. Им стоять в воде, а вам пересесть. Можно чуть-чуть опустить? Благодарю. На следующий табурет, пожалуйста, пересядьте. Им стоять в этой зоне, вам перейти. Хорошо. Позыв к себе на сушу. Прекрасно. Да, очень хорошо. Так, Шервуд обходит дальний конус в своей половине, вот этот. Арчи обходит вот этот. И вы тоже крестообразно работаете, хорошо? Да, в воду заходим, обходим конус. Сторона любая, прошу. Конус обойди. Конус. Шервуд, нет. Конус обойди. Ближний Шервуд конус вот этот, вот этот. Нет, Шервуд. Как бы делим акваторию на половины. Вы в этой половине, Голден и в той. Тише, пожалуйста, да. Вот, вот, ну хорошо. Да.
дальше, дальше обойди. Прям больно. Нет, видать. Дальше обойди. Обойди. Давай, давай, обойди. Нет, сейчас. Чеддер и Арчи. Делаем 8 вокруг конусов. Вторая пара ждет. 8. Вот 2 конуса. Хорошо? Если не получится, встаем, конечно. Прошу. 8. 2 собачки работают, 2 смотрят. Сюда. Нет. Еще 8. 8. Арчи, 8 тот конус. Еще. Хорошо, Чеддер к себе, Арчи к себе. Как вот завернете поворот по прямой. Хорошо, к себе из воды. Спасибо. Вторая пара работает, здесь Шервуд, там Рэмбо. 8. Шервуд, стоп. 8. Достаточно. Шервуда к себе. Хорошо. Так, оставили собаку у этой тумбы, перешли на табурет следующий без собаки, пожалуйста. Без собаки. Пока что без собаки. Когда будете присаживаться на следующий табурет, там будет собака. У нас тут некоторые есть трепетные. Аккуратно там, только не прижимайтесь к чужой собаке. Это личное пространство, им неприятно бывает. Или наоборот, слишком приятно. Тогда вы будете не просто счастливо уходить из урока, но еще и освеженный будете. Так, хорошо. С дистанции, пожалуйста, работаем команду лежать. Ну, как хорошо сидите, прекрасно. О, замечательно. Да, игнорирование постороннего человека для ваших пород очень важный навык, совершенно не надуманный. Благодарю вас. Может спасти собаке жизнь. Да, из группы бдителен только Джек Рассел Терьер, и то не всегда. Очень доверчивые породы у вас. Я сырой, понимаешь, пока где мое махровое полотенце. Так, голдены прекрасно не лезут к посторонним, прям хорошо. Позы к себе. Нет, назад, лежать. Быстро лег. Хорошо. Нет, лежать. Не надо в воду. Сейчас не надо, лежать. Ну-ка лег. Все, я обиделась, да? Давайте к себе и лежать. Можно вот так вас попросить пока, да? Спасибо. Шервуд, обход центрального конуса. Шервуд, один. Оценивайте выполнение команды туда и обратно. Оно должно быть на одной скорости. Это самое правильное выполнение. Хорошо, Чеддер, пожалуйста. Ну, помимо того, что нужно в акватории найти конус, обойти его, конечно, проигнорировать водную среду, все это, конечно, очень увлекательно и отвлекательно. Чеддер не увидел конус, а зато воду увидел. И, знаешь, и отряхнулся там, где никого нет пока. Кроме оператора. Обойди. Ну, я не знаю, далеко, конечно. Обойди. Далеко это, далеко не то, что на поле. К себе, пожалуйста. Рэмбо, пожалуйста, дотянитесь. Обойди справа. Обойди. Прям справа даже. Справа обойди. Конус обойди справа. Нет, конус. Иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Развернись. Обойди справа конус. Рэмбо. Конус обойди. Конус. Давай, давай, обойди справа. Давай, давай. Обходи. Развернись, давай. Обойди справа. Обойди. Иди сюда. Рэмбо, к себе. Арчи, пожалуйста. Сейчас, секунду, секунду, дайте Арчи сделать. Конус обойди. Быстрее. Нет, конус обойди. Это помнишь вот ту утку в Карелии? Я ни при чем. Даже не знаю, куда она делась. Хорошо, спасибо. Команда сидеть у этого табурета собаки, вам перейти, пожалуйста, на следующий табурет. Приглядывать за своими питомцами. Да, не трясти чужие карманы. У нас тут с вами
высшее общество. Мы не будем трясти карманы посторонних людей. Еще разочек обход. Шервуд, пожалуйста. Обход, сторона любая, конусом. Управляем с... Да. Давайте-ка к себе, вот так. Ну нет, все-таки к вам. К вам. Хорошо. Давайте, раз чеддер уже в воде, все-таки обойдем конус. И очень аккуратно, у нас тут нежная собака, да, да, обойди очень конус. Нежная, чеддер аккуратная, посторонним. Обойди конус. Сидеть. Нельзя. Рамбо, сидеть. И тут Голден косячит, чеддер, не то что я, молодец. Молодец. Нельзя игрушку, обойди. Нельзя. Это какая игрушка, это же утка, ты что, чеддер, она вырастет, нельзя. Будет много обойди мяса конус. По-пекински. Обойди конус. Чеддер. Может быть. Нельзя. Если кто-то умеет. Чеддер. Нельзя. Все-таки обойди утки, конус. Да, мое. Чеддер. А конус не мое, я все понял. Чеддер. К себе, пожалуйста, на секундочку. Рэмбо, через обойди конус, конус, пожалуйста. Обойди, стоп. Обойди конус. Обойди конус. Нельзя. Рэмбо, обойди конус. Обойди. Рэмбо, обойди конус. Обойди. Сидеть. Арчи так внимательно наблюдает за этим процессом. Арчи, пожалуйста, через конус к себе. Развернись. Давай разворачивайся. Говорит, можешь не говорить, я слышала это три раза уже. Да. Хорошо. Теперь сложно. Все конусы собачки высылаем. Можно не вплотную, но к конусу. Таким образом, все собаки окажутся в акватории примерно в центре. Пожалуйста, к конусу. Нельзя. Шервуд, отлично. У конуса есть, Арчи есть. Чеддер, только немножечко его да, на себя переориентируйте, пожалуйста. Шервуд, хорошо. Арчи, Чеддер есть. Стойте, стоим, стоим, стоим. Стоп, стоять. К себе, похвалить, к себе. Спасибо тем, кто не стал. Это урок на управление такое в лайт-режиме, когда вы не очень сильно давите, не очень высоко стоите. Хорошо, оставляем собачки. Пожалуйста, еще раз вас побеспокою. Перейдите на следующий табурет по часовой стрелочке. Сидеть. Осторожно. Задача игнорировать постороннего человека. Все тут очень добрые, позитивные, излучают энергию позитивную. И кусочек в этом их ваших собак убеждает, чтобы никаких вот этих приставаний к посторонним людям не было. Да? Хорошо. Общая команда для группы – лежать. Лежать, пожалуйста. Лежать. Давайте. Голден и отлично. Шервуд. Давайте, корги. А, да, у нас же мокрый подвес-то. Да, хорошо. Чеддер, хватит. Арчи, пожалуйста, лежать. Там девушка сидит, я ее боюсь намочить, и из-за этого не ложусь. Наверное, так как-то. Вот тут лучше, конечно. Да, вот девушку, чтобы не намочить. Да. Сидеть, пожалуйста. Чеддер, сидеть. Сидеть. Нет. Да. Сидеть. Три собачки есть, хорошо. Да. Стоять, пожалуйста. Стоять. Стоять. Назад. Назад. Хороший назад. К себе похвалить. Умнички. Умнички, красавцы. Да. У нас прям все красавцы, да? У нас прям и девочек-то и нет. Хорошо. Еще разочек. Шервуд, обход конуса с любой стороны. Еще разочек. Конус справа. Конус. Стоп. Куткам, куткам иди. В воду. Чем прямолинейнее обход, тем, справа. Пожалуй, лучше, конечно. Слева. Говорит, а кинолог справа. Ничего не говорил про право. Вот прямолинейность самый главный здесь показатель. Хорошо, Арчи, пожалуйста. Сегодня жарко у нас, душно, я бы сказала, поэтому в воде намного легче урок провести собакам. Охлажденным соображать проще. Прямолинейность, дубляж команд, коррекция. Все это учитывайте, пожалуйста. Рэмбо, давайте вы попробуем. Рэмбо. В воду. Сначала в воду, да.
Обойди. Обойди, зачем ты разберешь? Обойди. Нельзя утку. Говорит, вот ты странно, какая это утка, это же и утенок даже еще только. Еще неизвестно, вырастет ли он в утку. Замечательно. Чеддер, пожалуйста. Подумаешь, утят, это даже не птицы еще. Чеддер, обойди, обойди конус. Все-таки утки хорошие, да. Обойди конус. Увлекательно рядом с ними ходить. Чисто, ровно, очень хорошо. Все в угловую зону, команда стоять. Вся группа в угловую зону свою на водной глади. Команда стоять. Нет, нельзя утку. Нельзя. Чеддер, воду. Да. Пожалуйста, лапы делаем на свой бортик, на себя. Вот где вы находитесь. Лапы, пожалуйста, делаем. Лапы. Так, лапы. 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 Шервуд Арчи, чудесно. Это барьер. Вам на бортик лапы, пожалуйста. На бортик, да. Ничего страшного. Да, Рэмбо, вам посложнее, собака побольше. К себе похвалить, кто сделал. Лапы. Сюда. Нет. Арчи. Лапы. Нет. Сейчас. Чеддер, нет. Лапы. Лапы. Давайте, чтобы ему нужно немножко больше времени, поэтому вы снаружи, вот прям рядом с вами, вот сюда поставьте, чтобы вам было легче. Так, а мы пока Арчи и Шер, вот барьер туда, барьер обратно, и к себе вернулись. Пожалуйста. Барьер, вот. Так, барьер. Нет. Барьер. Обратно. Шер, вот идеально безупречно. Арчи, пожалуйста. Да, лапы. Хорошо. Лапы. Да, замечательно. Голдены, пожалуйста. Барьер туда, барьер обратно. Барьер. Пожалуйста, голдены. Барьер. Обратно барьер. Нет. Обойди. Вставайте, пожалуйста. Да, сделайте. Даже если он не понимает, вы можете с краешку с этой стороны подойти, и вы будете близко. Я таким образом поставила барьеры, что в случае крайней необходимости они находятся близко к вам. И только если вы выдержали точку управления, то есть не встали с тумбы, вы сделали сложный вариант для выполнения. Хорошо, еще раз, пожалуйста, Арчи, Шервуд, но секунду, барьер и остановка с той стороны, пожалуйста. Барьер, можно начинать, Виктория, можно начинать. Барьер и остановка с той стороны, не надо симметрично, просто сделать. Стоп с той стороны, да. Да, хорошо. Обратно, обход справа, пожалуйста, обход справа. Да, хорошо, голдены, прыжок через барьер на ту сторону. Воду, воду. Рэмбо, вернись. Чеддер, воду. Вернись обратно. Нет. Чеддер, Рэмбо, видишь? Барьер. Рэмбо. Стоп. Хорошо, нет, тише. Давай, тише. Вперед. Стоп. Стоим, ждем. Секунду, барьер. Рэмбо, секунду, вперед. Стоим. Ждем. Обход барьера справа, пожалуйста. Обход справа. Лучше по воде, конечно, но в данном случае ничего. Да, хорошо. Арчи, Шервуд. Обход справа и обратный прыжок на себя. Пожалуйста. Шервуд, Арчи. Обход справа. И прыгаем на себя. Шервуд. Идеально безупречно. Молодцы. Арчи, пожалуйста, в воду. Давайте, пока Чеддер выйдет, Шервуд сделал быстро, поэтому обход справа, обратный прыжок на себя, чтобы у нас барьер не простаивал. Чеддер, нет. И Арчи тоже. Обход справа. Чеддер, обойди справа. Нет. По водичке, да. Я понимаю, что узко, но поместится здесь. Вернись. Воду. Зато вам близко в управлении, если нужно.
Да, хорошо. Рэмбо, пожалуйста, то же самое. Барьер. Барьер нет. Хорошо. Сейчас. Снова двумя парами работаем. В этой зоне работают эти две собачки, а в той те. Обход двумя собаками этот барьер, двумя собаками этот, обход справа. Хорошо? Мы делаем обход справа. Сейчас секунду пройду, и вы пойдете. Пожалуйста. Рэмбо. Чеддер, да. Обойди справа. Чеддер, обойди справа. Нет. Очень желательно, чтобы весь процесс обхода проходил в акватории, по возможности. Обойди, чтобы собака не выпрыгивала нет. с середины дистанции. Обойди, это как, нет. знаете, в аджилити качели. Если собака нет. спрыгивает в бок, обойди, не засчитывается нет. взятые качели, обойди. Потому что он как бы сошел с трассы. Здесь да, то же обойди. Самое. Здесь у нас, конечно, не качели, водная гладь, но суть да, та же. Должен пес пройти по всей акватории, вот как вы его выпустили, и тут же вернуться. То же самое задача, но теперь обход слева, барьер слева. Пожалуйста, парами работаем. Парами. Рэмбо. Обойди слева. Обойди барьер. Обойди. Обходи. Нет. Обойди. Нет, нельзя. Плохо. Себе присаживайтесь, сюда. Пожалуйста, обтеките немножечко. Стоп. Арчи. Стоп. Слева, слева обойди. Слева. Хорошо. Сейчас две собаки пройдут обход слева и обратный прыжок на себя. Рэмбо и Шервуд. Обход слева, прыжок. Прошу. Парами, точнее парой работаем. Две собаки работают, две обтекают. Пожалуйста. Делаем. Нет. Слева и нет. прыжок вернись, на себя. Вернись. Да, Рэмбо. Слева обойди. Да, барьер. Хорошо, вторая пара работает, пожалуйста. Чеддер. Воду. Воду. Чеддер. Слева обойди. Да. Обойди слева. Да, молодец, барьер. Нет, стоп. Барьер. На стоп реакция очень хорошая была, прекрасно. Да. Нет, сидеть. Встаньте, пожалуйста, чтобы, да, и подойдите, может, чуть-чуть подшогните, да. Чуть-чуть увеличим ваш авторитет. Видите, как интересно? Чуть-чуть увеличили авторитет, и сразу все сработало. И сразу мозг так начал работать. Хорошо. Так, к барьеру со своей стороны команда стоять. К барьеру, пожалуйста. Да, Шервуд отлично. Есть, молодец. Быстренько сообразил задачу. Чеддер, глазки не строим, не отвлекаем нельзя. Джеки от работы. Нельзя. Арчи, к барьеру, пожалуйста, к барьеру. Шервуд, хорошо. Стоять. Да что же он на меня не обращает внимания? Я такой симпатичный. Да. Стоять. Нарядный, нет, пушистый. Стоять нельзя. Стоять. Хорошо. Арчи, стоять. Всем остальным, пожалуйста, команда сидеть. Чеддер, сидеть. Что, в Москве вода-то есть в водопроводе теплая? Нет. Есть, да? Ну, так у вас ванна есть? Нет. Ну, давайте его немножечко сполоснем на медне. Немножечко водички и команда. В крайнем случае, тазик, знаете, еще с 18 века. Никогда никому еще в хозяйстве тазик не мешал. Да, как говорила моя бабушка, он хлеба не просит. Так, Голден. Там, да, там вот неудобно, там такой сидеть. Опор. Я сказала сидеть. Рэмбо, сидеть. Сидеть. Чеддер, сидеть. Рэмбо, сидеть. Шервуд. Сидеть. Ну, вода какая-то Рэмбо, без сидеть. Сиропа. К себе, сидеть. К себе. Плохо. Да. Пожалуйста, собачку оставьте и еще разочек на следующую тумбу переместитесь, дальше, прошу вас. Дальше. Нельзя. Нельзя, Чеддер.
Да. Хорошо. Лежать, пожалуйста. Да. Полный позыв к себе, группы, к себе, полетели. Хорошо, сместились все на одну позицию, да. Хорошо. Шервуд, барьер туда-обратно, и Рэмбо, барьер туда-обратно, и к себе. Две собаки работают, прошу вас. Шервуд закончил упражнение. Рэмбо, вторая пара работает, прошу вас. Чеддер, Арчи. Давай, Чеддер есть. Хорошо, выслал к барьеру. Желательно спиной, но можно и как получится. К барьеру, пожалуйста, стоим. Не прыгаем, пожалуйста, не прыгаем. Стоим. Прекрасно. Хорошо. Стоим. Позыв к себе, но не без выхода из воды. Лапы на бортик. Лапы, пожалуйста. Бортик, лапы. Свой бортик, который ближний к вам. Стоим, обтекаем. Немножко. Вторую. Чеддер, есть контакт. Молодцы. Шервуд, Арчи. Вижу Рэмбо, да. К себе, пожалуйста. Да. Хорошо. Хорошо. Так, еще раз заход в воду. Команда стоять в угловой зоне. Команда стоять. Хорошо. Лежать, группа, пожалуйста, лежать. Не на бортике, да, чуть-чуть двиньте назад. Угу. Шервуд, идеально, безупречно, к себе достаточно, не топим, а то да. Рэмбо, отлично, к себе достаточно, просто опустились и поднялись, умница. Так, Чеддер. Что-то забыл я эту команду, что-то надо сделать, а что? Затруднительно поднять, визги-брызги кругом, как вообще тут... В таких ситуациях поступают другие. Как у Нарчи вообще не ложится, да. Вот не иначе, как Тургенева прочитала моя. Я тоже читал. Да, к себе, пожалуйста, достаточно, к себе. Хорошо. Арчи и Шервуд, обход справа акватории. Арчи и Шервуд в своем темпе. Пожалуйста, обход. Нет. Обходи. Обход справа. Пошли, пошли. Если там им покажется, что тесно и нужно обойти вместе с хозяевами, ничего страшного. Да, только в воду, пожалуйста, не заходите. Только в воду не надо. Выходи. Давайте. Обход. Да. Через тернии к звездам. Шервуд говорит, сейчас, я прошу прощения, мне надо пройти. Вы видели эти глаза у Арчи? Да? Я дико извиняюсь, но волей пославшей меня исключительно. И вот тут вот тоже мне не нравится ходить. И Шервуд, это моя, да, зона влияния. Да, хорошо. Голдены, пожалуйста. Шервуд, да, чуть поближе, то, что он прям переживает, когда мимо него тут ходит. Говорит, это не проходной. А свежо, да, у нас все-таки на площадке? Как-то вот прям, да. Хорошо, что это ваша собака встряхнулась. Чеддер, сюда нет, Чеддер. Чеддер, нет. Сюда. А можно с ним вместе сюда пройти? Нет. Фу. Чеддер, фу. Обойди. Обойди.
Хорошо. Арчи и Шервуд со сменой направления. Еще разочек капот акватории. В воду категорически не заходить. Обходить собак можно, да, если кого-то смущает. Но в идеале, вот как сейчас Шервуд, четко по серой линии. Это в идеале, конечно. Сейчас, Арчи, идем. Что-то он как-то не сильно освежился. А я говорила, ложитесь в воду. Сейчас бы бодрее. Вон Шервуд лег и бежал рысью. Вот, вот здесь хорошо получилось, да. Арчи и Рэмбо, прыг туда, прыг обратно к себе. Пары работаем, правая сторона, правый фланг работает, пожалуйста. Рэмбо красиво, с брызгами, все. Давай быстрее. Стоп, назад, барьер. Арчи, разверни. Прыгай, барьер. Арчи, давай сюда, барьер. О. Хорошо, пожалуйста, Шервуд, Чеддер. Барьер. Стой. Барьер. Обойди. Барьер. Барьер, обойди. Барьер. Барьер. Чеддер. Обратно. Нет. Обратно. Да, хорошо. Чеддер. Чеддер, барьер. Полез, обратно, полез барьер. Наш Мишка. Да. Хорошо. Стоять, пожалуйста. Арчи, Шервуд, хорошо. Ага, и Голден с нами, да. Сидеть. Лапы на ближайшее место бортика снаружи ставим, на бортик акватории, на ближайшее место, да. Чем ближе от того места, где они были, тем лучше. Шервуд, Чеддер, шикарно. Арчи, молодцы. Нет, не то, нет. Говорит, барьер такой, вот не зря же тут поставили, для чего-то же он нужен. Лапки, на бортик ставим, лапки. Рэмбо, сюда лапки. К себе похвалить. Плохо. К себе похвалить. Нет, стоп. Выходи. Хорошо. Лапки. Нет. Иди сюда. Так, Рэмбо, угу, к себе. Плохо. Значит, что я вас попрошу сейчас? Работаем парами, и эти пары находятся вот на левой половине. Арчи и Шервуд. Нужно зайти в воду, пройти по воде, как у вас там получится, выйти, прыгнуть в барьер, вернуться обратно по сухому, как вы любите, все хорошо, я прям подумала о вас. Итак, по воде идем до барьера, выходим, понятно, и обратно. Прошу, темпы разные, поэтому вряд ли вы там столпитесь у барьера. На понимание. Рэмбо не зря, да, интересовался барьером, просто так у нас ружье на сцене не висит. Шервуд, отлично, хвалим. Иду. Арчи, дальше барьер. Нет. Вон барьер. Да, выходи. Барьер, прыгай. Нет. Арчи. Прыгай, барьер. Сейчас тряхнусь, подожди, шубу тут надо Арчи, поправить. Барьер, прыгай. Все-таки съемки же идут. Прыгай. Вся страна увидит. Назад, да барьер. Что страна? Да. И шубу. Да. Да, но обратно по водичке надо было, ничего, ничего, да. Значит, Голденов вместе с хозяевами сюда пересажем, а вас попрошу на эти тумбы, можно вас попросить поменяться? Да. А зачем Голденов сюда? Потому что мы отсюда будем работать барьер, нам же нужен разбег. Да, спасибо, вот Шервуд с той стороны, чтобы он не нервничал, да. Это очень территориальная собака, вы прямо сразу не хотите садиться, да, у вас плохое предчувствие. Да, вот эти мужчины. Лишь бы полегче варианты найти. Да, ничего, я думаю, что вам придется встать, но все-таки давайте шанс дадим. Итак, вода, барьер, вода, вы, прошу. Рэмбо, воду, барьер. Давай, барьер. Давай, барьер. Рэмбо, барьер. Давай. Сложная задача, барьер. Потому что две среды, дистанция барьер. Значительная. Барьер. Один давай, барьер на всех. Барьер. У нас такое Рэмбо, редко барьер. Бывает. Барьер. Ну как же не найдет, Рэмбо. Если он только что хотел барьер. Туда лапы поставить? Рэмбо, барьер. Стоп. Чеддер. Стоп. Вернись обратно. Чеддер. Обратно. Нет. Барьер. Нет. Барьер. Стоп. Нет. Рэмбо, барьер. Барьер.
Барьер. Да, барьер. Обратно, нет барьер. Чеддер. Стоп. Барьер. Иди сюда. Барьер. Нет. Да, обратно барьер. Обратно барьер. Барьер. Да. Хорошо. Чеддера какая-никакая, а дистанция была. Да. Команда сидеть собачкам, пожалуйста, пересядьте на следующий табурет. По часовой стрелочке идем. Сейчас немножечко осталось. Нам с вами поработать, я имею в виду. Немножечко наподумать. Зайти в воду, помните, мы говорили, зайти в воду, в угловой зоне постоять, выйти. И так мы делали уже несколько раз. Нет. Теперь не в угловой зоне зайти, а в колечко. Сейчас в одно колечко две собаки. Работает, во-первых, подзыв. Давайте подзыв. Угу. Выдержка прошла, хорошо, да. Работает Арчи и Чеддер, прошу вас. В ближайшее колечко, конечно. Так удобнее. Давайте в кольцо немножечко подумать. Здесь на интеллект. Нет, Арчи. Стоим в кольце. Символизируй, что он понял, что он вообще делал. А то поводка многовато было. Заходи в кольцо. Как-то оно двигается, вообще ничего не понятно. Заходи дальше, до конца. Стоим, стоим и символизируем. А задние ноги собакой считаются у вас? Чеддер, стоять в кольце. Ну, не знаю, что это? Давай стоять в кольце. Нет. Это немножко, да, это на подумать. Чеддер, стоять. Стоять в кольце. Нет. Чеддер, нет, стоять в кольце. Арчик, себе похвалить. Сейчас, секунду, и секунду. Чеддер, и кольцо с собой возьму на всякий случай, да? Так, сейчас. Чеддер, верните его на исходную позицию. Сейчас, знаю вашу любовь к дистанции, я помогу вам, да. Вот так. В кольцо, пожалуйста. В кольцо, вторая пара работает, прошу вас. Шервуд, Рэмбо. Прекрасно, стоим, символизируем, да, осознание, что происходит. Отлично. И держим кольцо, кстати, да. А то сейчас уплывет. Рэмбо, и он не будет знать, какое кольцо ему садится. На тумбу, то есть к тумбе своей возвращаемся, давайте. Шервуда к себе похвалить, очень хорошо. Сейчас, секунду, секунду. Тут иногда поправлять приходится. Хорошо. Так, в колечко отправляем собаку, не вставая со своего места, в соседнее колечко. Наш фланг фиолетовый, а вы в красное. Хорошо? Пожалуйста. Высылайте Шервуда в фиолетовое кольцо. Фиолетовое. Где уточка у вас? Видите уточку? С уточкой у вас колечко. Да, Шервуд, отлично. Стоим. Чеддер, шикарно, с дистанции работаете, очень круто. Пускай две лапы, да, вижу. Рэмбо, Арчи, пожалуйста. Конечно, лучше бы сидя, но... Быстрее. Сейчас, подожди, тут надо еще. Все, магический круг, видите, у нас тут немножечко магии. Да. К себе, пожалуйста, похвалить у получившихся. Да, похвалить тихонько, тихонько, да. Хорошо, ну давайте упростим немножко, чтобы не волноваться. В свое колечко, пожалуйста, заходим. В свое колечко, в свое. В ближайшее. Шервуд, безупречно. Хорошо. Пожалуйста, Арчи. Так,
свое в ближнее. Малиновое можно вас попросить с чеддером? Ладно, все, уже не будем портить, уже красиво было, да. Хорошо, а теперь зайку, кто может зайку, кто не может стоять? Зайку, кто может зайку? Какие мы хитрые, да? Не получилось? Ай-яй-яй, ну как же так, Шер? Зайка у нас, зайка, да, Шер вот есть. Арчи, ну чуть-чуть подними передние ноги-то для красоты. Шер вот к себе расцеловать, да. Арчи, чуть-чуть поднимитесь. Все, да, Арчи, Шер, вот видела. Чеддер к себе. Рэмбо к себе, пожалуйста. Работаем главную команду. Чем больше брызг, тем ну, лучше будет выполнена команда ко мне. Да, по прямой, пожалуйста. Прошу. Чеддер, ко мне. Да, замечательно, спасибо, очень хорошо. Виктория, давайте вас туда. Да. Вы хотели освежиться, да? Я хотела спросить. Можно я У вас собака убежала. Вернись. Ого. Нет, обойди. Обойди. Да. Стоп. Прошу. Да, очень хорошо. Сейчас, ну, вот здесь вот пока тогда подождите. Ну, давайте, Рэмбо, вы там ближе, чтобы... Угу. Молодец, успел все-таки взбодрить хозяйку, да, успел. А что, плащи нам надо выдавать хозяин? Я не знаю. Да? А жарко? Тогда нет, да? Пожалуйста. Ко мне. Стоп! Нет, ах ты хитрюга. Вернись обратно. Все-таки у вас не голден выходит, да? Обратно вернись. Стоп, как-то мстительно вы сказали. Сидеть. Да. Да. Прошу. Вперед. Ко мне. Давай. Вот, молодец. Хорошо, да, ко спасибо. Мне. Давайте, Сарчи. Все, обойди. Дальше, дальше иди, обойди. Стоп. Тоже в воду и к себе в воду. Что-то протекает у нас. Так, прошу. Да, хорошо, все, спасибо.